Привет, девчонки! Привет, мальчишки! Ради прыгать на остановке! Сегодня мы участвуем в празднике детском, детский сад номер 21, посвященном его дню рождения светофора. На наш взгляд, очень важно, чтобы дети с очень маленького возраста, с самого раннего возраста понимали, как важно вести себя на дорогах и рядом с дорогами. Моя роль – это в игровой форме проверить знания ребят правил дорожного движения, чтобы они соблюдали эти правила дорожного движения, чтобы никогда не попадали в беду. Есть руки! Есть руки!